Финский зоопарк. Лемуры. Написано «клетка с обезьянами», но видно только лемуров. Полосатый мангуст. С детками. Финский зоопарк. Вон какие они, красавцы. Лежат жарко, прям спрятались. Лисица. Лисица. Наверное, но почему-то белая. Что-то жара такая, все поуходили. Попрятали животные, животных не. Вон она, голову подняла. Вон она, лисичка. Только почему она белая? Видно лисичку. Ой, моя красавица. Глазки открыла, закрыла. Что-то тут непонятно, что делает. Филин обыкновенный. Вон он сидит наверху, красавец. Ушки достал, показал. Глазища такие. Вон там он сидит. Красавец. Куница. Выходи. Спряталась. Нет, мы ее не видели. Вон она спряталась. Вон поет. Вон она. Куница. Сзади хвост. Видно вам, нет? Ну я потом увеличу. Закрыла. Вот такой красавец. Это ушастая сова. Это филин обыкновенный. Не знаю, насколько он там видно. Я потом в камере посмотрю. Филин обыкновенный. А вот это что за красавец такой большой? Белоплечий орлан. Жарко он, бедный. А вон второй там сидит. Вон второй красавец сидит. Белоплечий орлан. Лань обыкновенная, европейская. Я думал, что это олень. Ух ты, Мишка. Ой, какой Мишка. Вот это да. Вот это Мишка. Видели? Здоровый. Да, такой, как обхватит. Что-то дали ему хлеб, наверное. А это кто такой? Красный волк. А там он баран какой-то или кто? Зуб? Зубренок? Вон написано. Як домашний. Водичку пьет. Это волк. Красный волк. Что-то он прихрамывает. Друзья, посмотрите, какие беркут, черный гриф, беркут. Это гриф.
там сверху, наверное, сидит беркут. Вот это гриф с голой головой. А там сверху, да, беркут. Нет, это орланы белохвостые. Это орлан белохвостый. Вот сверху сидит орлан белохвостый. Внизу гриф сидит. А беркута я не вижу даже. Лида, где беркут? О, сова. Милая сова. Спят вас. Вон, вон сидит. Внизу белая сова сидит, и сверху. Нет, сверху сидит дипвес. Да. Вверху дипвес. Что зовут? Большой, большой. Это похоже на цапла или журавля. Где-то петухи кукаречут. Так, а тут что у нас? Где фазан? Фазан. Фазан. Что-то мы пока по птичке. А это что? Это ушастый фазан. Где петухи кукаречут? Что? Макаки? Какие макаки? Тут никого не видно. Только он сверху сидит, спрятался. Или где? Вон внизу. А, внизу. Он спрятался. В тенечке спрятался. О! Что-то не так все спрятали, что он сидит. Какой же? А как мне еще его сфотографировать? А как мне его все спрятались? Жарко. Люди умирают. Он сидит и умирает. А тут петухи, что ли? Это кто? Вот это журавль, да. Ему только японский журавль. О, миссис Курами и индюками. Ну, какие куры. Какие журавли. Не курица. Это павлин и курица. Это пава белая. Павлин, павлин белый. А там вон курица, вот смотри. Вот смотри. Да, это павлин так курица. Вот павлин, а? Да я видел. Вон павлины какие, только хвосты не распускались. Ах, сердце.
это павлиник, а да, он еще не распушил. Это не распушил. Он. Да. О, как мы тут красиво, как кричим. А вот это вот павлиник, а вот это и вон там. Дикобраз. Вон, смотри, вот бежит вообще. Вон там, видишь, ежики большие? Дикобраз. Вот. Вот, лежат. Белые иголочки. Да. Они как поднимают. Я думал, сверху начался, а там сверху. Рот открыл, жахаем. Это красные бесплатные. Клакву, наверное, синий. А, нет, это... Каспийская султанка. А Клако он сидит в этом, в будке. Слышишь, Свет? Клако в будке сидит. И воробей обыкновенный. И голубь закрыла, а сверху ворона серая. Рот открыла, смотри. Длиннохвостая не ясень, только я вижу только под петухов. А, вон она сидит. Наверху. Не ясень. Сипуха. Вон она наверху сидит. Наверху сидит. Осел, чуть ли не сосед. Ох, красавица. Ушастая сова. Такая маленькая. Филин больше, чем сова. Вот это да, я думал, всегда сова больше, чем сова. Вон они, ушастая сова сидят. Красавцы. О, и тут такие сидят. Ай-яй-яй-яй. Супной орел. Вон он сидит, красавцы. Черный аист. И топоган сатир. Сверху. Снизу черный аист. И козлы. Горные. Вон козлятки. На дороге козел Махрур. Маркур, во. А вот козлятки. Вон он сидит, такой красавец. Один там еще сверху сидит, но его не видно. А тут козлятки. Вы козлятушки, вы ребятушки. Маркур, вон он, смотри, сидит. Наверху сидит. Вот он какой.
Пошли к хищникам. О, всем им жарко. Вот он какой. Лёва вообще спит. Львица спит. Лёва спит. Ну это им не, для них это еще нормально. Так, а кто у нас бенгальский тигр? Только его здесь не видно почему-то. Может, он наверху там Не, он в этом самом, наверное, сидит. Это специально, чтобы руки не просовывали. Ничего нет. А здесь что у нас? Пустые клетки. Жара. Это кто? Какая-то обезьяна. Вот подписано. Красная мартышка, гусар. А ты мартышку видела? Нет. Он сидит, спит. А вон кролики сидят. А вон мартышка. Видно? Как раз для нас вышел. Они еще не вышли. Что-то не написано. Вот. Ну все правильно, суриката. Суриката. Я вижу, что они внизу. Оцелоты. А где большая киска? А может быть это не котята? Нет, я говорю, может это не... Нет, они такие с рождения. Вот ты говоришь котят. Вот она. А чё, она её что, приучили по кругу ходить? Тигрёнок. А там кто? Ой, кица, кица. Чего я так трясёт? Это он вообще. Грызет, смотри, штукатурку грызет. Макака. Штукатурку грызет. Кто? Зубы точит. Кто? Yes. Смотри. Японский макак. Волк обыкновенный.
серый волк. Красная шапочка и серый волк. Это волчица он пошел. Нет, это волк, это волк. И там волк. Все через стекло. А вон львица там. А вон слева. Ощурился. Лев слева смотрит нас. Лев! А вон вода для него, чтобы он пил. Попугай. Кокоду, синячку. Все кокоду. И синий, желтый, ара. Вот это ара. Лата синяя. О, какая лига. Лата синяя. Солнечная Аргентина. Финши. Да. Птички. Вон они. Красавцы, а кто они такие? Анаконда парагвайская. Да, угол порос. Вон черепахи. Это ушастая черепаха, как у Инки, вот такая Инка. А рыбки стоят. Замерли. Вот это у нее уже красная. Так она и есть красноухая. Читай. Крокодилы и черепахи. Они так всегда замирают. Так что Лиле иногда читать надо. А это кто у нас? Араланда. Темный паку, цикла, краснохвостый, плоскоголовый сом. О, это скат, между прочим. Вот это скат. Ласчик и хвостоклова, как это должен быть еще. Что-то ската не видно, только глухостого того. О, сомик спрятался, его сон плавает. Пол морда выплывает такая. Спрятался.
А он с капотом. О, смотри, капот не плавает. Я не хочу скаты. Скаты за осень. Капуцин плац. Водички пить захотел. Самая страшная, самая страшная рыба на земле. Это я на видео снимаю. Мышь летучая. Мышь летучая. Пещерная. А кто здесь живет? Попугай. Что у нас тут? Черепуга опять? И больше, а вот же еще. Смотри, ты видела? Ого. Это разве чья-то живая? Да. Вида. Смотри. Я думала, забилась. Это декорации. Забилась. Ногами все. Она нормально достать. Если укусит, то будет не очень приятно. Игуана полосатая. Она не полосатая, она зеленая. Летят. Кого? Стреляет ради мяса. Местное население. Написано полосатая, она зеленая.
На цвет меняет. А тут кто у нас? А вот найди, читай. Змею вижу. Мадагаскарский древесный удар. Смотри. Шкуры. Им эти стрелы намазывают, как он заверение за шкуру. Ква-ква-ква. Смотри, какие малюсенькие. Тут у нас. А здесь опять этот синий. Вот на ветке сидит зеленый. А, вон, так он там спрятался. Спрятался совсем. Куда? Откровенно. Каких-то два разных. Один серый, другой оранжевый. А их два разных. Один оранжевый, другой серый. Морда права почти не видно. Морда вон серенькая торчит. Уже почти не видно. А вон снизу смотрите. Тегу. Тегу золотистый. Тегу золотистый. Света? А вот. Огромчатая черепаха. Это не черепаха, вообще же удав. Лежит. А вон игуана лежит. А вот, смотри, какой красавец. Во, ты не увидела его? Увидела. Вот коричневый. Сапоги лежат. Крокодиловые сапоги? Это вот такой не видел. А он как под деревом. О, смотри, под деревом. Вижу. Обыкновенный удав сальмон. Императорский удав острова Хоп. И под ним тоже какой-то удав обыкновенный императорский. Внизу там сидит. Больше тут никого? Нет. О, вот это да. Такая тюмень сидела в этом ювелирном магазине. Ровно час остался. Какой мне берет? А, в этом, что мы ходили? Смотри, сколько. Застыли. Наверное, зеленый. Как будто это тряпичная шкура. Вот материал. Очнитесь. Смотри, какая борода у него. У нее глаза моргают. Ну я постучала. Видишь, открывает. Смотри, какая у него того борода висит. Сюда, сюда, видишь? Я вижу. Света смотрите за ним. А это голову приемлет. Это мальчик. Хороший. Зверь. На меня зверь. Ну, поможешь, пожалуйста? Ага, я видел, ты рвал.
нет, не делай так, как еще повторит. Всё, ой, у нее полный рот. Она во рту держит. А нет. Шимпанзе. А папе! Это папа, я мама. Шимпанзе, да. Это папа, я мама. Оно же красиво спрашивает. Зебры. Повернулась, пошла, пошла, пошла. Ты кто? Зебра. Саванная зебра. Попили, поели. Что попили, поели? Они не белые почему-то, а рыжие какие. Зубры. Зубриха, зубр и зубренок. А зубренка зовут Булат. Красавцы, ай-яй-яй, только весь в опилках. Папа, мама и я, красивая семья. Я пар. Жарко. Заврик. Куда не взяли, Слида? Карнотавр называется. Нет. Тебя сфотографировать?